Всем привет! Сегодня продолжаем с редуктором, и у меня уже приехала посылка, сам чулок. Но я уже его как бы подгонял, я этого не показывал, понятное дело, я просто расскажу, что себе это представляет. Сам чулок железный. Вот видно, что бумагой залепливали, когда красили. То есть, не знаю, где-то делать-то какие-то фирмы делают, по всей видимости. Вот шильдик сверху, надпись. Может, кому интересно, поискать можете, что это за такой чулок. Задний корпус редуктора я уже подогнал. Так, здесь надо подпиливать, в этом месте. И буду сейчас вести корпус, дифференциал с Нивой 21-23. Это у меня стоял впереди, он получается. Вот его маркировка. Должно быть видно. Вот, 21-23. И главная пара, 3.9, которую я купил, тоже вчера приехала. Сейчас я все это отвезу человеку, который будет собирать сам задний редуктор. Вот, когда он это сделает, тогда он ко мне приедет в гараж, я уже буду ставить его в чулок, но перед тем сам чулок я буду примерять по крепежу на самой машине. В общем, также я подумал, на всякий случай, заехали мы с Саньком. Привет, Саня. Привет. С Саньком заехали в магазин на набережной. Работает наш хороший знакомый, он нам по-быстрому выписал подшипники на задний редуктор. Дифференциальные и на главную пару, и сальник, и сгайк. В общем, все детали на задний редуктор я везу полностью, все есть. То есть так сказал просто, и детали, подшипники мне эти вышли с сальником 678 гривен. Забрал я редуктор, как сказал мне Юра, который его настраивал, говорит, я все сделал нормально сделал, говорит. Посмотрел пятно контакта, сейчас я попробую это рассказать. Зубцы были полностью желтые. Вот видно, где стерлась краска. Это есть пятно контакта. Тут говорит, пятно контакта хорошее, а покажет все эксплуатация. То есть, насколько она надежная, эта пара, ну, учитывая, что у меня еще будет турбина стоять, мы это все дело проверим. Но я как бы человек позитивный, поэтому надеюсь, что все будет в порядке. Также сейчас я буду примерять чулок передний вместо стандартного. И вообще по всем размерам я замеривал только что, все должно становиться. Дело в том, что, ну, знаете, на отдельные детали, тем более тюнинг, это очень серьезная вещь, но тем не менее, пока есть предварительно, все вроде хорошо. Ну, в общем, настало время его собирать. Уже сам редуктор я приготовил к сборке. Буду вставлять сначала сам редуктор в корпус, потом по оси. В общем, буду ставить его в сборе. Но еще один такой момент есть, что вот эти уши я буду отрезать. Я буду их срезать и выставлять уже по месту, так как этот чулок, он упирается в поддон двигателя. Соответственно, мне нужно делать уже все заново. Все, мост я собрал. Ставился на герметик, соответственно. В общем, все нормально. И что последнее мне осталось, это одеть сапун. Вот он. Мост буду ставить как на свои места, когда подсоединять и крепить его. Вот эту часть, где он крепится к стабилизатору, я буду крепить. А дальше я буду выставлять уже его, когда машина будет стоять на колесах. Срезал кронштейны. Теперь можно ставить сам редуктор и выставлять его. Подписывайтесь на канал Академика. Чао, Вася. Кстати, пацаны, ссылку на канал Академика оставляю в описании. Да, вот тут. Подходите и подписывайтесь. Сам процесс установки переднего моста я уже не показывал, так как я его снимал уже и так же сам поставил. В общем, какая была идея? Вот я прикрутил его на задний стабилизатор, как он и должен быть прикручен, и поставил на колеса. Теперь он стоит на колесах, я могу выставить сам редуктор, то есть даже передние полуоси были в одной оси, соответственно. Этот кардан я прикрутил, чтобы тоже был, стоял ровно, он, в принципе, так и стоит. И вот регулировать, когда буду, вот мои уши, они просто лежат. Вот. Сюда я прикручиваю свои ушки новые, вот эти вот. Вот, вот таким вот образом. То есть идея как в чем будет заключаться. Болт вставляется в сальный блок, с ушами скручивается и выставляется, а потом все дело это прихватывается и обваривается.
Кстати, Санек, уже, по крайней мере, в гараже начинает порядок наводиться потихоньку, да? Поставил передний мост. В гараже или в машине? В гараже. Скоро же поставлю выхлопную трубу, да, сюда. Да. Сделаешь, как у Гелика, сбоку. Нет. А я бы сделал. Нет, да. Не хочу так делать. Ну ладно, если так по теме ближе, то как бы уже видно, что машина сейчас стоит. Я уже об этом говорил. Непривычно, что она такая низкая стала. Вот, это первое, что в глаза бросилось. Ну, в целом, осталась ерунда на самом деле. Но ерунда, но очень ответственная ерунда, потому что нужно выставить правильно передний редуктор, чтобы, как бы так сказать, правильно, полуоси были в одной оси, обе полуоси. Ну и вообще, как бы, чтобы не было проблем потом с нагрузками, знаете, как бы, если он стоит, допустим, сам редуктор неровно, где-то там будет, ну, условно говоря, я лучше покажу, ну, наверное. Допустим, вот сам редуктор, если его немного вот так вот повернуть, то есть получается, как бы оно будет работать все, но по оси уже будет как бы по-разному идти, и нагрузка в ранатах будет тоже по-другому идти, соответственно. И так как бы, чтобы этого не было, нужно все выставить правильно. Также нужно сделать так, чтобы редуктор стоял относительно, скажем, центра машины, да, в правильном положении, чтобы внутренняя граната также полуось могла двигаться туда, ну, влево, ну, двигаться внутри самой гранаты. Когда ты просто машину делаешь, открутил, что-то закрутил, правильно, ты об этом не задумываешься, потому что завод-изготовитель все уже придумал за тебя. Тебе только надо было снять это, отремонтировать и поставить на место. А когда сам это делаешь, нужно более к этому подходить детально и ответственно. Да, Санек? Да. Это же твоя идея была так делать. А? Ты что, шутник? Так вот, я поставил уже на эти ушки. Кстати, мне эти нравятся, очень так интересно стоят они. И подрезаны прям по балке, четко. Да, очень нормально он стоит визуально. В общем, тут зазор идет между блоком и редуктором. Вот такой вот зазор есть. Изначально я когда ставил на свои старые ушки его, он упирался корпусом в сам поддон двигателя. И получается, как бы из-за того я все это режу и заново выставляю. Сейчас я выставлю размер, выставлю переднюю ось и прихвачу сваркой ушки. Так, ну я одеваю сапун в последнюю очередь, так как он хрупкий, и если бы я при установке самого моста мог где-то его зацепить, то он бы сломался. Так что лучше в последнюю очередь. Санек, что ты мазишь? Я проверяю качество сборки твоего. Ты что, АТК что ли? Я лучше. Не дергай турбину, она не переключена. Я заметил, я как бы хотел сказать, что это не соответствует нормам. Ну понятно. Ладно. Что мы скажем? С редуктором покончено, все сделано, да? Да. Осталось только его проверять уже, ну это уже после того, когда соберется двигатель потом. Кто заказывал такси на Дубровку? Всем пока. Всем пока.